Человек-оркестр. Человек удивительный, яркий, легендарный. Бобби Макферрин. Ключевое слово для понимания всей твоей жизни, карьеры, творчества – это импровизация. Даже когда я играю то, что мне уже приходилось играть раньше, я что-то меняю. Это моя мания. Музыка не должна повторяться. Я выхожу, сажусь, пою. Получается концерт. Это не укладывалось в голове, что один человек на пустой сцене одним своим голосом может удержать зал на протяжении полноценного концерта. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Бобби Макферрин в программе Ирины Никитиной «Энигма».